Итак, ребята, я замерзла, за мной пришла смерть. Ирина, добрый персонаж, умерла. Голая на улице, ты что, с ума сошла? Писать стоя я могу, но не буду. Чаще всего писаю сидя. Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская. Сегодня мы с вами поиграем в Sims. А точнее, вы узнаете несколько фактов о моем теле. И, возможно, даже вы увидите меня голую. Ну, в Sims, короче говоря, ребята. Сегодня мы будем создавать в Sims 4 Ирину Ясинскую. Ну, а если вам понравится этот ролик, я запущу канал Ясинская Play, где буду играть в ваши любимые игры, проводить стримы и даже, возможно, играть вместе с вами. Так, чтобы я поняла, что вам понравился такой ролик, ставим лайки, пишем комментарии. Ну, и давайте уже приступим создавать в Sims Ирину Ясинскую. Погнали! Итак, ребята, будем создавать новую игру. И нет, нам не нужно обучение. Поехали! Я волнуюсь, потому что я первый раз создаю себя в Sims. Это всегда так волнительно. А игра предлагает пройти... Так, давайте сначала пройдем тест на характер, а потом вы можете изменить свою внешность. Вот именно здесь сейчас вы узнаете, какой у меня характер, и это будет первым фактом, который вы узнаете обо мне. Хорошо? Я согласна. Итак, начнем с простого. Мой возраст, ну, молодой. А какие ценности я буду прививать ребенку? Хорошие манеры, творческий потенциал, хаос. Ну, так как я блогер, конечно, своему ребенку, точнее, детям, а это уже второй факт, у Ирины Ясинской есть дети. Да, чуть поподробнее позже расскажу. Итак, конечно, я буду прививать своему ребенку творческий потенциал, и я надеюсь, что она тоже будет блогером. Блогером. Перед сном я обычно разгадываю собак в интернете. А, разглядываю, где мои очки, просто от частого монтажа садится зрение, а линзы я не ношу, и поэтому в очках как-то перед вами мне не хочется быть, поэтому очень все расплывается, но ладно, короче, работаем. Перед сном я обычно разглядываю собак в интернете, смотрю видео с кошками, включаю робот-пылесос. Ну, скорее всего, разглядываю собак в интернете. А на общественных мероприятиях я душа компании, тот, кто приносит гитару или устраивает драки. Я душа компании, меня все любят за это, потому что ни один праздник не обойдется без меня. Я хочу что-то купить, но у меня не хватает денег. Как я поступлю? Накоплю деньги, поторгуюсь, украду. Поторгуюсь! Я, ребяточки, еще та торгашка. Кстати, еще один факт обо мне. Многие не знают, наверное, скажут, типа, фу-фу-фу, блогер, нет, этого не может быть. Но я торговала на рынке. И такие, знаете, палатки, рыночек. И я скажу, что я продавала школьные ранцы. А у нас был с сестрой на двоих такой мелкий бизнес, где мы закупали много рюкзаков ранцев и продавали их на школьном базаре. Вот. Так что я была торгашкой. Мне нравится ходить в парк, потому что я могу подышать свежим воздухом, отправиться на пробежку, погладить всех собак. Блин, мне все три подходят, но, скорее всего, наверное, подышать свежим воздухом. Чаще всего происходит именно так. Какую роль я буду выполнять при ограблении? Злой гений, громила, осведомитель. Ну, такой сложный вопрос, конечно. Я не злой гений, и из меня еще тот громила. Ну, наверное, осведомитель. Насколько я хочу присутствовать в жизни ребенка? Я хочу вырастить чемпиона. А разве для этого... Что? А разве не для этого нанимают нянь? Вообще прикольно. А, вообще такого не планирую. Я хочу вырастить чемпиона. Чемпиона. Я предпочитаю помогать людям, котикам, застрявшим на дереве, себе, людям. А сегодня день рождения моего друга, что я для него сделаю? Приготовлю ему напиток, отправлюсь с ним в город, у меня нет друзей. А, наверное, отправлюсь с ним в город.
Ого, он такой взбодрился. В окружении детей я чувствую вдохновение, дети наше будущее. Мне скучно, у нас нет, я злюсь, нет, я чувствую вдохновение, дети наше будущее. Дети вообще, я детей, воу, а я так прям похож, только мужичок, тоже такой блондинчик. Что мы будем делать? Нам нужно где-то изменить пол, во-первых, потому что я девочка. Добавить персонаж. А где менять пол? Интересно. Характер. Ага, вот пол. Так, все. Я девочка. Ха! Смотрите, сразу создалась Ирина Ясинская. Прям своей прической. Боже, как это мило. Так, мне нужно ее переодеть. И сейчас, наверное, здесь какие-то вбиваются параметры. Посмотрим. Так, предпочтение одежды женской. Этот персонаж сможет, может забеременеть, может оплодотворять других. А ни то, ни другое. Конечно, я могу забеременеть. Этот персонаж может писать стоя. А, писи. Ай, господи. Писать, писить стоя я могу, но не буду. Чаще всего писаю сидя. Это еще один факт о Ирине Ясинской, что я писаю сидя, да? Отлично. А то все остальные девчонки писают стоя. Ладно, проехали. Хорошо. Так, значит, я здесь выбрала, что я молодая. Можно выбрать, что взрослая. Пожилая. Интересно, какая пожилая? Старушка Ясинская. Так, а это что? А это уже такая... Слушайте, ну я взрослая? Так, напишите в комментариях, я взрослая или молодая? Я себя считаю молодой, потому что мой возраст до 30. Поэтому я себя считаю молодой. Ха-ха-ха. Так, походка. Походка дерзкая. Йоу-йоу, чика-пяу. Такая дерзкая. Походка высокомерная. Видали? Губы в трубочку. Пошла, пошла. Так, развязанная походочка такая, развязанная, так, женственная, ну, я что-то, блин, я стараюсь быть женственной, но не получается, какая твердая такая, тыщ, 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 так, глупая походка, ребят, хотел бы я так на самом деле ходить, но, к сожалению, я хожу не так. Так, вялая походка. Бла-бла-бла-бла-бла. Кошмар. Так, пружинистая. Прик-прик-прик. Отлично. Ребят, обалденно. Слушайте, я так не хожу, но так как мы снимаем жуть, мистику на моем канале, давайте оставим нашему персонажу жуткую походку. Все, вот так будешь ходить. Мне кажется, она сама рада, что у нее такая походка необычная. Так, добавьте персонажа, чтобы изменить статус. Так, добавьте персонажа, чтобы... Так, это не то. Так, это мы походку выбрали. Это нам нельзя. Так, это что у нас? Нахальный. Что такое? Это насколько я нахальна? Ага, нет. Не, ну я не нахальная вообще. Ну, не знаю, что поставить-то, где тут... Не знаю, ну пусть будет посерединке останется. Так, вот это что такое? Теплый, звучный. Это голос, что ли? Веселый. Ой, я такая ржачная. На полную включим. Цвет кожи у меня какой-то розовато-бежевый. Вот какой-то вот такой. Но форма лица, не знаю. Ну вообще, в принципе, мне кажется, что похоже. Зубы. У меня такие кривые зубы, похожи вот на вот эти вот. Или вот на вот эти вот. О, вот мои зубы, точно. У меня вот этих два передних зуба, они настолько, ну, выделяются среди других. Прям... Я. Так, отлично, выбираем эти зубы. Отлично, так, выбрали зубы. Зубы есть, особенности кожи. Смотрите, родинка вот тут вот есть. Вот. У-у-у. Слушайте, она не с той стороны. Мне надо с противоположной. А тут под глазом.
А вот это что такое? Ой, 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 какая-то штучка. Ой, на бороде какая-то штучка, это типа прыщ? А, вот, я поняла, вот у меня, вот тут. Если вот так, да. Она тут у меня? А над губой у меня нет. Веснушек у меня нет. Вот здесь вот этой штучки у меня нет. А это что такое? А, это вот эта вот часть у меня есть немножко, да? Немножко вот эта часть есть. Давайте оставим. Так, супер. Угу. Так, зубы сделали, особенности цвета, лицо сделали. Шрамы нам не надо. Переходим к волосам. Итак, волосы у меня желтые. Но, скорее всего, они вот такого цвета. Да, соломенные такие. Вообще, планирую сделать их розовыми. Как считаете, мне пойдет? Если да, то напишите обязательно в комментариях. Итак, прическа. Нет, у меня без челки. Вау. Секси бэйби. Так, у меня прическа. Где обычная каре, люди? Вот. Прямо я. Только у меня волосы не выпрямлены. Не выпрямлены. Но вообще, по-моему, прям... Даже вот так сделаю. Ребят, дай, прям галочка похожа. Только мейкап я такой не делаю. Все, это значит по волосам. Ой! Ее можно увеличить и уменьшить, типа прям вот. Так, вот костюм, наверное, вот так выбирается. Так, мой стиль одежды. Погодите, я с лицом не закончила. Давайте по... Ой, а тело-то я не выбрала. Обещала, что вы посмотрите на Есинскую голую, а тело я не выбрала. Итак, барабанная дробь, ребята, давайте приступим к телу. Так, а это что? Вау, шикарная женщина. Йоу, пышные формы. Так, а нельзя ли это посмотреть все? Ех ты, видали, ребят? Вау, тут можно ползуночком, конечно, все это дело выбрать. Ой, стилизованный остров гавайский. Воу-воу-воу! Я, кстати, люблю всякие такие яркие вещички. Попробуйте этот стиль и этот, разные цвета. Крутенько. То есть тут можно выбирать, какой толщины, какая у меня фигура. Фигура у меня, следующий факт Арине Есинской, фигура у меня называется вот так вот, по-моему, она называется. Я забыл, как она называется. То есть, а, нет, плечи-то у меня не широкие. У меня плечи узкие, а талия у меня... Не, это жопа большая. Так, наверное, вот это вот больше всего подходит. Вот это вот очень толстая, я же не такая толстая, правильно? Не, ну я вообще не толстая. Люблю что-то яркое. Я вообще люблю яркое. Вот. Хоть у меня нет таких розовых. А, желтых тоже нет. Но у меня были. В одном видео я снимала. Но вообще я люблю очень предпочтение. Даю яркой одежде, сочные, такие кислотные цвета люблю. Аксессуары. Ну, аксессуары я не ношу. Если только колечко одно какое-нибудь. Нет. Аксессуары я не ношу. По поводу обуви, предпочитаю обувь на каблуке. Хорошо, это мы все выбрали, каблуки нам осталось только... А, меня раздели тем временем? Тем временем-то меня раздели. Что-то понастраивала. Ну, я просто в первый раз. Так, майки. Вот такая майка мне нравится. О-о-о. И причем цвет какой-нибудь вот... Подобрать бы под эти штанцы какой-нибудь. Мордоватый. Ой, мне так нравится вот эта вот майка с собачкой. Так, давайте ее оставим, майку. А штаны, раз я здесь натыкала, штаны сейчас выберем. Тут вот много штанов. Вот можно в шортах. Класс, я обожаю носить шорты, потому что у меня длинные стройные ноги, и я люблю их показывать. Поэтому, ребята, в общем, мне вот этот вот вариант свой нравится. Но он мне нравится, но суть в том, что у меня-то из одежды этого ничего нету. Вот, джинсовый шорт у меня есть, так, хорошо. А да, джинсовый шорт у меня есть. Давайте джинсовые шорты.
Вот, смотрите, вот есть вот такого типа, как сейчас на мне. Такая вот желтая. Давайте оставим вот эту желтую и с шортами. Глаза у меня цвета зеленого, вот такие изумрудные. Но вообще глаза у меня большие, если я нарисую вот такие стрелки, у меня именно так все будет выглядеть. Переходим к бровям. Чего ты вечно кривляешься? Брови. Брови. Это слишком узкие, мне пошире. Но я думаю, что у меня вот такие вот. А, нет, у меня все-таки... Во! Да, вот так, наверное. Да, наверх. Это мои брови. Вот с носом проблема. Он у меня не такой. Он у меня вот такой. Ребята, как похоже на меня. Это просто вообще бомба. Если вы тоже согласны, напишите в комментариях. Так, надо запомнить нос, который я выбрала. А тоже ведь я не запомню, они все такие разные. Носы. У меня нос не задратый, никакой не такой небольшой. Не такой, точно не такой. Мне кажется, я прям угадала со своим носиком, еще бы его бы. Но это совсем маленький, наверное, через два. Не-не-не-не-не. Слушайте, а давайте померим вот это. Уху-ху-ху, носатая какая. О, это прям Пиноккио. О боже, посмотрите, как бы выглядел я, если бы у меня был нос картошкой. Сразу вообще другой человек, да, сразу не я. А вот где тут? Нет, это тоже не мой носик. Где я тут набирала свой носик? Вот он, вот этот носик. И сразу я как-то похожа становлюсь, правда? Так, имя Ирина, фамилия Ясинская. Окей. Так, все, нажимаем галочку. Я думаю, что я похожа на себя. Ах! Итак, Ясинская. Нажмите, чтобы сохранить эту семью в библиотеку. Выберите время года для игры. Ну, ребят, сейчас зима. Давайте играть зимой. Зима. Если вы не прячетесь от холода в теплом доме, проводите время на льду и играйте в снежные игры. Не забудьте подготовиться к зимнему празднику и придумать новые цели на следующий год. Обязательно. Итак, мы выбираем зиму. И теперь... Я только не поняла, почему она не переоделась. Почему она осталась в этой кофте. Я что, не сохранила? Не понимаю. Сейчас создам. Если не будет, тогда вернемся назад. Итак... Выбирай мир, куда переехать. Так. Оазис, жара. Пу-пу-пу-пу. О, слушайте, вот это я люблю. Это наша тема. Давайте, мистический замок такой страшненький. У-у-у. Класс, выберите часто для переезда. У нас бюджет только, ребят, $20. Я вообще люблю где-нибудь... А вы должны выбрать незаселенный участок для своей семьи. А, тут у меня соседи. Вдовушкин дом. Как раз за $19. Логово рукокрылых. А тут дома нет, придется строить дом. Но строить не будем, давайте уже сразу купим. Итак, с мебелью. Без мебели. О, без мебели возьмем дом. Сами там все поставим. Итак, поехали во вдовушкин дом. Слушайте, прикольно, если Ясинская в Sims будет там что-то страшных духов вызывать. Приколюшки. Так, ну нарядили меня в что-то непонятное. Типа потеплее, что ли? Эй, повернитесь. Ну, главное, что лицо-то мое, нет? Что-то она там говорит. А вот что такое наряды? Наряды. Раздеться. Голая на улице. Ты что, с ума сошла? Сменить одежду. Вот моя одеждочка. Вот это я. А вопрос такой, почему я стою к себе спиной? Так, ладно, давайте посмотрим на все это происходящее. Как это все пользоваться этим? Вдовушкин дом мой. Так. Что-то... Вернуться домой. Давайте пойдем домой. Смотрите, походка! О боже, это так прикольно. Она такая чуть-чуть прошлась. Ну, что не заходим?
запереть дверь, назначить главным входом. Эта дверь уже назначена главным входом. Ну, так заходи. Что случилось? Ирина молодая. Смотрим. Вдовушкин дом у нас без крыши. Тут какой-то есть парк. Только я не пойму. Сохранить игру. Смотрите. Ого. Соседушкин дом. Тут какие-то прям скалы, зима. Вот. Так, ладно, давайте пойдем к ней. Что она хочет? Смотреть на облака. Ба, легла на снег. Легла на снег, такая смотрит на облака. Я в шоке. Так, она у меня счастливая. Счастливые персонажи любят жизнь. Вдохновение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда ты? О, можно в шахматы поиграть. Сесть. Это она сейчас сюда пойдет играть в шахматы. Так, показать календарь, телефон. Так, что у нас тут? Я хочу зайти в дом, который я купила. Вставай! Вставай, хватит читать облака. Упражняться в пении, отправиться на пробежку, выкрикивать запрещенные слова, отвратительно себя вести, выставить богатство на показ. Наряд. Я хочу зайти. Запереть дверь. Все кошки, все собаки, все кроме дворецкого, запереть дверь для всех. Ба, что-то можно запереть. Я хочу зайти. Ирина должна надеть теплую одежду, чтобы не околеть. А, я замерзаю. Смотрите, господи, я сейчас умру. Что я сделала? Мне холодно. Что делать? Жуткий дискомфорт. Наряды. Сменить одежду. Так, сменить одежду. Где? Вот, зимняя. Во. Одевайся. Одевайся, я же нажала. Сменить одежду. Зима, вот. Почему не одеваешься? Сейчас замерзнет и умрет. А это кто пришел? Ты кто? Смешно представиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я ничего не пойму. Может, в другой раз, Ирина Ясинская. Все, замерзла. Смотрите, открылись черные врата. Смерть пришла за мной. И сейчас у меня она что-то со мной сделает. Ирина Ясинская, слишком холодно, ко всем относится, она скоро замерзнет до... Все, смерть за мной пришла. Она что, на планшете смотрит, сколько мне секунд осталось? Итак, ребята, я замерзла, за мной пришла смерть. Ирина, добрый персонаж, умерла. Вот, но мы ее создали, я думаю, что ее можно как-то реанимировать. А если вам понравилось то, как я... А, все, вообще, просто конец игры. Думаете, это все? Даже если последний персонаж в семье умер, вы все равно можете создать новых персонажей, выбрать созданную семью или загрузить другую семью из игры. В общем, я, ребята, пересоздам Ирину, сделаю так, чтобы она не замерзла и не умерла. И я думаю, что мы выберем вот это мистическое какое-то место, чтобы не было холодно, без мороза. Но, блин, это очень круто. Я надеюсь, что вам понравилось играть вместе со мной в Sims. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи со мной в новых видео. Пока!